Баланс доверия. Сегодня в России отмечается Международный день детского телефона доверия. В Белгороде дате посвятили тематический велопробег. За стартами в парке Победы наблюдала Людмила Столярова. Всероссийская акция «Баланс доверия» в этом году проходит в формате телемоста. В Белгороде, Уфе, Тюмени и Архангельске организованы тематические велопробеги, за которыми может наблюдать вся страна. На старт в нашем городе вышли 120 школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Велопробег, потому что это, наверное, одна из таких интересных форм, которая будет интересна и детям, и подросткам. Да? И спорт, и психологическое здоровье, наверное, это неотделимые вещи. Да? Это первые способ борьбы со стрессом, да, вот спортивные упражнения и физическая нагрузка. Белгород подключился к единому номеру детского телефона доверия в 2010 году. На той стороне провода на звонки отвечают профессиональные психологи, прошедшие специальную подготовку. Общение абсолютно бесплатно и анонимно. Порой такой разговор может помочь справиться с трудной ситуацией. Телефон доверия – это альтернативная помощь, которой независимый эксперт поможет нам в трудной жизненной ситуации. Молодежь у нас разная, молодежь у нас интересна, в том числе есть ребята, которые тяжело переживают вот этот подростковый кризис из разных условий, из разных семей. Поэтому такая служба, такой альтернативный друг, с которым всегда можно обратиться за помощью, может быть, это очень важно для нас. Сейчас к единому телефону доверия подключены 222 службы в 83 регионах страны. Линия работает с 8 утра и до 9 вечера. Номер детского телефона доверия вы видите на экране. Людмила Столярова, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.